Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Сри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Сри Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чаруна Дайам Гопи Джанна Самаюктам Винда Банам Манухарам Ванша Калпатару Вашаки Пасинда Бхаваша Патитананг Павуне Бхавашна Бибхьо Намо Нама Мукам Кароти Вачаланг Пангунг Ланхайта Гирим Джатки Патамаханг Ванде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеппай Пиявай Кешвасача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Нарун Чайва Наруттама Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патраша Пракасане Ча Садануракта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхавагнам Абишта Дохам Тетхаспадам Сива Виринчанутам Сараням Бхитаттихам Панутапал Бхавадипотам Банде Махапуршате Чарнаравиндам Ятпада Паллавана Качандамани Чатая Бисфуриджита Камапикапавадуша Адарши Пурнанурагара Сусагара Сарамурти Сарадхикамай Када Кипам Каруши Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Сри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджануламмита Бхужау Канука Бодату Санкиртанай Капитару Камала Ютакшу Вишамбару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам. Муктинча муктинча дадасиниттам Бхаванурупена саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибушитавама бхагам Нараяно прияманага мадапхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джасва Бадане Лакшмир Джасва Чавакшаси Джасьястихиде Самбид Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Рама.
Tabad Brahma Katha Mukti Padavim Tabad Natikti Bhavit Tabad Chapi Bissinkalat Mahati No Loko Vedastiti Tabad Sastra Vidam Mitaha Nana Kalakala Bohirvat Masu Sri Chaitanya Priyajana Javad No Diggachara Tabad Brahma Katha Mukti Padavim Tabad Natikti Bhavit Tabad Chapi Bissinkalat Mahati No Loko Vedastiti Tava Sastra Vidam Mitaha Kalakala Nana Bahir Vatmasu Sri Chaitanya Priyajana Yavad No Diggachara Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagat Guru told Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada говорит, что те, кто пытаются видеть трансцендентный мир материальным зрением, материальными глазами, то это бесполезно. То есть это глупо пытаться увидеть трансцендентные вещи, духовные вещи чем-то материальными. Вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто пытается видеть Апракрита Джагат, трансцендентный мир своими материальными глазами, материальным представлением, такие люди, они бесполезны. Но их попытки увидеть высший трансцендентный мир, они тоже бесполезны. Вначале всего мы должны зависеть от настоящих вайшнавов, шудагуру вайшнавов. Вначале мы должны почувствовать потребность, что мы должны спросить себя, нужна ли нам эта трансцендентная это трансцендентность или нет? Сначала вы спросите, что вам надо, что, какова ваша потребность. Ну, вы должны выяснить это и потом пытаться делать что-то в соответствии с этим, пытаться найти источник, который может дать вам это, и потом вы увидите, к чему вы стремитесь по-настоящему. То есть вначале мы должны определиться, что мы хотим со своими желаниями. И вот я слышал, Шрила Прабхупад говорил, я слышал это от Гуру Падме, что Шрила Прабхупад говорил, что мы сначала мы должны слушать Бхагаватам из чистого источника, вот настоящих вайшнавов. Не от кого попало, а именно от самосознавших себя душ. И после этого Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, вот Шрила Бхактивинода Тхакур также говорил, что мы должны слушать читание Бхагавата, даже читание Чайтамриты мы можем оставить, но сначала изучать читание Бхагавату, и потом вся Сиддханта, которая описывается в читании Чайтамриты, она очень возвышена, очень сложна. Даже те, кто думает, что они знают Бхагаватам, что они сведущие, но Бхагаватам даже они не могут понять значение читания Чайтамриты. Настолько она глубока. И вот Шрила Прабхупад говорит, вначале всего, если у вас есть преданность, вы должны слушать Шримад Бхагаватам Махапурану от ее прославления с самого начала, первую главу песни, вторую, третью и так далее. Вы должны слушать с полной анугати. Мы должны слушать. И вот так до девятой песни. With full attention you will have to hear up to nine canto. Full attention. Вот с неотрывным вниманием мы должны слушать. Весь Бхагаватам, и после этого, если вы осознали что-то, то потом мы можем, но может быть шанс слушать десятую песню или нет. Если человек Прабхупад подумает, что мы не достойны еще
слушать десятую песню. Итак, если вы будете слушать десятую песню Бхагаватам и не будете одиннадцатую, двенадцатую, то это может можно понять это все превратно. А также очень важно изучать одиннадцатую, двенадцатую песню. Даже можно пропустить десятую песню, а изучать одиннадцатую, двенадцатую — это все же лучше, чем изучать десятую и не изучать одиннадцатую, двенадцатую. И вот кто-то говорит Шриле Прабхупаде, что я изучил весь Бхагаватам, но не видел там, не слышал, не находил имени Шримати Радхарани. Откуда вы видите там имя Шримати Радхарани? Шрила Прабхупада сказал, смотрите, изучив весь Бхагаватам, если вы не способны понять, что суть Бхагаватам — это Шримати Радхарани, это даже не Кришна. Суть Бхагаватам — это Радхарани. Даже не Кришна. Кришна как бы хорошо, или Рада Кришна, но если так взять абсолютную точку зрения, то это именно Радхарани. Если вы не понимаете имени Шримати Радхарани, то что толку читать Бхагаватам? И вот все там, в Бхагаватам, о Радхарани, по сути, весь Бхагаватам постепенно он указывает на лотосные стопы Шримати Радхарани. Чтобы мы поняли славу Кришны, как служить Ему, иначе мы можем стать сахаджием. Даже те бабаджи на Радхакунде, можно стать большими сахаджиями, чем они. И вот та шлока, с которой я начал, там говорится. Up to that point, you can feel comfortable, you can feel very okay by hearing Brahma Tattva. I mean, и вот, да, слушая это, даже Брахма Таттва, мы можем чувствовать себя более-менее уверенно. И потом, после этого, Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что мы не можем. You can feel comfortable up to that point. When you are not going to meet with him, но если мы не встретимся с настоящими Гаудия преданными, личными спутниками Гуранги, до тех пор, пока вы не встретитесь с чистыми Гаудия преданными, до тех пор, пока вы не встретитесь с настоящими чистыми преданными, которые говорят ту же самую Сиддханту, что Гуранга Махапрабху говорил. И вот один из таких — это Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. Даже Шрила Прабхупад мог указать на то, что мешает нам совершать баджан. Шрила Прабхупад, он был непревзойденным ачарьей во всем мире, в истории всего человечества. Никогда не было никого, кто был бы подобен Шриле Прабхупаде. Он уникален и неподражаем, безупречен. Многие ачарьи, конечно, говорили очень важные и полезные вещи, но не до такой степени, как Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. Вот мы хотим, кто-то хочет слушать Брахма Таттву, кто-то Мукти, кто-то еще что-то. Кто-то стремится к освобождению. Many different pandit there, mutually they are fighting with each other.
Можно наблюдать, как различные ученые, пандиты спорят друг с другом. Одни пытаются утвердить одну сиддханту, другие – другую. They are not even getting entry into devotional mode. How they are acting as acharya? We wonder. И вот некоторые they are not even getting люди даже не понимают основ преданности, как они могут быть ачарьями. They are fighting with each other. This tattva. They are going to transgress the Siddhanta Vichara or the restrictions set by Bhakti Siddhanta Saraswati Gosvami, Prabhupada Bhakti. They like to throw everything. They like to establish their own Siddhanta Vichara. This is one kind of ignoring. Такие люди невежественны. Guru Parampara. Они не понимают сути Guru Parampara. Что еще можно ожидать от них? И вот дальше. Sastravidam, I say already. Тават брахма катха мукти паде витават натикти бхаве тават чамп висинкалат тамайте на локо веда стити тават састравидам митаха калакара нана вахирватмасу тават what happens? Different kind of rules and regulations. И вот различные правила и предписания в нашем обществе и в соответствии с Витхи Маргом. Вся социальная система, правила, предписания, различные ограничения, установленные Витхи Маргом. Но когда мы достигнем того уровня, когда мы встретимся с чистым преданным, я имею в виду спутником Гауранги Махапрабху или его посланником, то тогда мы почувствуем, что все ограничения, правила, предписания, они бесполезны для нас. Если кто-то пытается наложить какие-то ограничения на Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа или Вамши Радас Бабаджи Махараджа, то это бесполезно, поскольку они заняты в Харибаджане всем своим сердцем. Они на пути Рагамарга, они совершают служение от всего сердца. Если пытаться их как-то ограничивать какими-то социальными или другими нормами, то ничего хорошего не будет. Они будут чувствовать только отвращение ко всем этим правилам. И мы должны достичь того уровня и с помощью Бхагаватам. Шримад Бхагаватам может дать нам прему. И вот, если мы обсуждаем это очень дешево, как сахаджи или какие-то бестолковые люди, то тогда не сможем ничего достичь. И вот вчера я говорил об одной шлоке. Сегодня эта шлока, она имеет связь с сегодняшней темой. И вот вчера, о чем я говорил, вы можете вспомнить. What slogan I told yesterday? Anyway, I can remember. So here, yesterday we read. Yesterday, we discussed that niskin chana mai anurakta chetasaha shanta Nivito Marun Manokshadira Jogoju Joritiya Munaya Upasati Tadara Yopi Jojo Smarana
И вот это шлока, она в ней описывается, молитва Упанишад, Вед, они молятся Бхагавану. И вот они возносят свою молитву Бхагавану, что те муни, риши, йоги. И вот они совершают свои аскезы с вот они пытаются. Мунайо упасаде. Мунайо упасаде. Тадарайо. Араямане, your enemies, they are going to think about you. Enemy. This one big, I already discussed in Upadesham, the big way. Big discussion about. И вот я уже говорил о тех врагах, ну, о врагах Кришны, которые постоянно помнят его. And it is a glorification of Bhagavan. This way, the representation given in a way like Uddhavima. Так они своим примером показывают нам, насколько могущественно пометование Кришны. Даже если они враги Кришны, думают о нем в качестве врага, но все же получают благо. И таким образом показывается такая величайшая слава Бхагавана. Удав, что говорит? То, что наши враги, и даже твои враги, они обретают тебя. Думаете ли вы, что если враги достигают такого положения Брахмапада, то гопи, которые помнят Кришну с огромной любовью, достигают ли не того же, что и враги? So that we can understand the glories of Bhagavan. Follow? This is the inner meaning, nothing else. That's why in yesterday's slokas, Shruti Smriti говорят, Nivritta Mani, in a very solitary place, they are going to concentrate mind unto your lotus feet. Они концентрируют свой ум. Even with this kind of effort, what they are getting, even your enemies they are also getting. You are so great. You are getting like Putana. Как Путана. Putana, garland, мы поклоняемся ли мы Путане? Но Бхагаван, он дал ей такое положение. Хотя Путана, она пыталась убить Кришну. Думала о Кришне какое-то время. Но как это возможно? Путана хотела убить Кришну, этого трехмесячного Кришну. Насколько жестоко она. Но в итоге Путана получила служение кормилицы. Dhaima, dhaima means those are fostering mother, taking care of baby. This is Krishna. So this is one kind of comparison so that we can realize the extreme glories of Bhagavan Sri Krishna. Even our material mind cannot reach up to that point. Maximum we can engage our brain, oh really like this. After that we have some limit of thinking, huh? Material thinking, we have some limit. After that, where? When we can throw our material brain, и вот когда мы оставим попытки постичь
Кришна лилу материальным умом, то тогда мы сможем понять эту Кришна лилу. None of us, I mean most of us, not getting entry into Gauriya Math. If we are entering into Gauriya, большинство из нас, они не понимают, что такое Gauriya Math. Если мы пришли в Gauriya Math, то мы видим Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати, Gauriya Math, значит, и вот из шлоки описывается Gauriya Math, что такое Gauriya Math, то, что хотел показать Шрила Рупа Госвами Пад, Самбанта Гьян Девату, Говинда Дева, вот в этой шлоке. So you understand? They are actually like Rupa Goswami Pad. Rupa Goswami was speaking. Rupa Goswami was speaking. Actually, Rupa Goswami was speaking. It is Jogpit where all Sakhis Manjaris going to serve the divine cup. Rupa Goswami говорит, что это Йогапит, где Сакхи Манджари служат божественной чите. Люди не могут понять, что такое Gauriya Math в подлинном смысле. Может, кто-то будет недоволен мною. Я не говорю свою собственную сиддханту в соответствии с сиддхантой Шрилы Прабхупады. Если вы можете войти, получить доступ к Gauriya Math, то там вас ждет великое сокровище. Но мы не можем достичь этого, мы вне Gauriya Math. Кто-то еще, некоторые говорят о себе, что они в Gauriya Math. Но каковы признаки? Шрила Прабхупад говорил. Но мы даже забыли о признаках того, если мы находимся в Gauriya Math. И вот Шичитани Махапрабху зажег огонь Санкхиртана в Шивас Ангане. Когда мы все готовы посвятить свою жизнь этому огню Санкхиртаны, то тогда мы можем говорить, что мы в Gauriya Math. They can prove this is humbleness. Yeah, no humbleness. They're speaking this way. They can try to. So clever. But Prabhupada said it is not humbleness. Humbleness means if you have your right to speak that way. Ну, что такое смирение? Смирение — это говорить, называть вещи своими именами. Но люди пытаются дурачить всех, называя как-то вещи, явления по-другому, чтобы никто не обиделся, но нет. Шрила Прабхупад говорит, это не смирение. А когда вы... Еще можно наблюдать, какие-то люди пытаются искать сиддханту, придумывать что-то от себя. И в материальном мире это очень часто случается, что каждый на себя одеяло тянет, пытается как-то себя прославить путем искажения настоящей истории. Если мы не будем говорить так, то наше будущее, мы станем слепы, как вот Хиросима и Нагасаки. Если родятся и рождаются люди с дефектами в тех местах. Я не говорю лжи, я сижу в Басасе. Так что помните,
И вот я с женой Вьясасани, если буду говорить ложь, то Бхагаван этого не потерпит и накажет меня. This is our motto, to make the whole future generation blind, crippled. Ну и также люди, которые искажают сиддханту, они приносят вред будущему поколению. This is our motto. It's a fact. Naked fact. So, you see, и вот смотрите. Munayo upasati, tadaro yopi joju smarana. Even Arayo, those enemies, Bhagavan, your enemies also get и вот даже твои враги, они получают Брахмапад. Но те враги, которых нет памятования, непрерывного памятования тебя, они не могут обрести какое-то благо. Как Вена, например, он не мог, он был врагом Кришны, занимался всякой антипреданной деятельностью, но Бхагаван он не помнил. Он был как сумасшедший. То есть он вредил, но Бхагавана при этом не помнил. Но Камса, он вроде тем же самым занимался или Шишупал, но при этом они постоянно помнили Кришну, Верховного Господа. И благодаря такому непрерывному памятованию они Брахма-саюджи получили, они достигли, они стали сиянием Кришны. И вот наша Гурага говорит, Читани Читамрити описывается. Любой из видов саюджи. Преданные никогда не желают этой саюджи. Они предпочитают умереть, чем слиться с Бхагаваном на Бенгале. Вот можно наблюдать, что даже так называемые пандиты, ученые, то далеко не все понимают сочетание Чайтамриту. И вот Саджуджо чахите бхактер хой лоджа гина бхой митту ванчхай тобу саджуджо на ванчхай. They even like to die, still they don't. They don't like to. That same thing I told 3 days, 4 days ago. И вот несколько дней назад я говорил то же самое, вот эту шлоку мы обсуждали. Тар мудде мокшо ванча койтоба прадан. Jahamite Krishna Bhakti Hoy Antar. No smell of Krishna Bhakti when you are going to get. It's very bad. Very dirty. So in the sloka I told you started very, very deep meaning. Nivirjamaro Manoksha Dira Jogu Jujoi. Munayo upasate. Tadarayo pijaju smarana, striyo urugendo bhogo bhujo dondo bishakto diyo, bayama pite sama, samadisham grisarojo sudha. And those gopikas, about gopikas we think they are women, they are ladies. И вот кто-то, гопи, думает, что они женщины, а Кришна – мужчины, но это не так. Но они не женщины, они сварупшакти. И...
by watching your white chest and your ajanulambita bhujo like one python. The hand of Krishna is compared with, Krishna is tall, Chaitanya Mahaprabhu tall. The hand is up to crossing the limit of knee position. Вот Махапрабху был высокого роста, с длинными руками, буквально до колен. И Шрути Смрити говорит, видя ваши руки, вашу широкую грудь на санскрите, вот так это называется. This is a symptom of a и вот определенные признаки великой личности описываются. Really и вот so эти признаки были проявлены в Махапрабху. Кришна, он лучший из великих личностей во всем мире, что в материальном, что в трансцендентном. И поэтому наш Рупа Госвами Пад, он написал две книги. Лалит Мадхав и еще какая-то. Но мы не должны их читать сейчас, когда у нас будет очень сильное, острое желание встретиться с Кришной, то тогда только на этом уровне мы можем их читать. В лучшем случае мы будем читать Джавадхама. И something you can find. Follow. That's why Rupa Goswami Pada wanted to write two books. Вот Рупа Госвами Пад написал две книги, они очень важны. Лалит Мадхав и Видакха Мадхав. Как-то так. Они очень важны. Я не знаю, когда у меня будет шанс, в какой жизни, но я чувствую гордость, что мой Парамгурудев Шрила Бхактисиддханта Сарасвати — это мое эго. Может, кто-то скажет ложное эго. Но я очень горд, я очень рад, что мой Парамгурудев — это Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. Когда я размышляю об этом, я чувствую неописуемую радость. Если мы увидим, кто такой Шрила Прабхупад, то тогда мы поймем. Кто это? Если Шрила Прабхупад придет к нам во сне, явится к нам, если Шрила Прабхупад придет и явит себя, то есть те, кому Шрила Прабхупад пришел во сне и дарал свой даршан, они могут почувствовать огромную силу, огромную энергию. Нам нужно руководство Шрилы Прабхупады, без которого мы можем запросто отклониться с духовного пути. И вот, видя Шрути, смотрите. И вот они описывают Махапрабху, что его руки подобные змеям. И Шрути Смрити говорят, что видя ваши длинные руки, эти гопи, они чувствуют трансцендентное вожделение их, и сердце горит, они хотят встретиться и обнять вас.
Но это не Пракрита Кама. Мне стыдно говорить, но если я не скажу, то я... То есть тут двоякая ситуация. С одной стороны, надо сказать, с другой не надо. Мы не должны думать, что гопи чувствуют какое-то материальное вожделение. Нет, они чувствуют трансцендентное вожделение. Мы должны помнить, какую мантру мы получили от Гурудева. Но в соответствии с нашей парампарой вы получили Кама Гаятри Кама Бич. Если нет, то тогда что могу сказать? Это Кама Гаятри Кама Бич. Значит, она покажет нам, что Бхагаван Шри Кришна, он Пракрита Камадев, трансцендентный Камадев. Вот каждый слог, даже каждая буква. All Kamgayatri, right from clean, I cannot speak. Bhagavan, excuse me, Prabhupada, excuse me. So from right from there, if I speak of his meaning, so many meaning can come out. Like diamond, в общем, каждый слог этой Кама Гаятри, он имеет определенное значение. Как из, подобно тому, как из алмаза, бриллианта, если его осветить лучом света, то этот свет распадается на множество других цветов. И также эта Кама Гаятри, она олицетворяет, она описывает красоту тела Кришны с кончиков стоп до макушки головы. А Пракрита Камадев всегда какие-то проблемы причиняет нам и как-то пытается нас заставляет нас прыгать в огонь вожделения. Особенно в молодом возрасте мы должны чувствовать, мы особенно в молодости мы чувствовали какое-то влияние вожделения. Это материальное вожделение, оно влечет нас к объекту нашего вожделения. И вот из-за влияния материального вожделения мы можем сделать что-то неправильное, что и вот даже Нарайна Риши и то не попали в такую ситуацию. Пракрита Кама, coming with all apsara, demiselles of heaven, and dancing, opening the cloth, everything, air blowing. Very sweet air. They wanted to break the Astrotian penances of. И вот к этим Наранарайне какие-то апсары пришли и начали танцевать, петь, но они не знали, кто эти Наранарайны. Это был сам Бхагаван, явился в такой форме. И сейчас они ради нашего блага совершают аскезы. Wanted to set fire in the heart of Naranayan so that they can jump into fire of Kama, but they don't know their Naranayan Saksha. Finally, they get defeated. Эти апсары были побеждены, когда Наранарайна они открыли свои глаза. Они эти апсары, увидев, почувствовав их взгляд, они почувствовали себя виноватыми. Нарайна улыбнулся, и с его бедра
вышла прекрасная женщина, которая затмила своей красотой всех остальных Урваши. И вот эти все апсары попросили прощения и ушли. Это называется материальным вожделением, но мы не знаем, что такое апракрита кама. И когда-либо по милости Садгуру, Шуддо Гуру Вайшнавы, которые уже находятся на Рагана Гападжане, если вы обретете их милость, силы, нельзя этого достичь. Кто такой трансцендентный Камадев? Иногда Махапрабху говорил нам своей Нилачал Лилы, он показывал. И вот здесь Махапрабху говорил. Иногда Махапрабху. И куда-то прыгал, и преданные пытались его поймать. Махапрабху падал без сознания. Когда он приходил в себя, сказал, что Кришна пришел и дал мне свой даршан, и видя его, я почувствовал огромное желание встретиться с ним. И вот и видя Кришну, и увидев Кришну, Биломангал такого сошел с ума буквально. Вся материальная кама, она ушла прочь. И вот когда он увидел красоту Кришны, и когда Биломангал такого, он был вынужден, и вот не вынужден, но в общем решился почему-то выколоть себе глаза, чтобы не привлекаться женщинами. Он был в Южной Индии. Ой, но он пошел во Вриндаван. Кто вдохновил его идти туда? Это Апракрита Камадев, это Кришна. Смотрите, сколько случаев во Вриндаване я совершал парикраму. Ну, последние года четыре я не был во Вриндаване. Но до этого, и вот я привык посещать различные леса Вриндавана, жить под деревом, жить такой простой жизнью. Я чувствовал себя счастливым, никогда не хотел быть джентльменом. Но я не знаю, почему Кришна поместил меня сюда. И вот таким образом можно видеть то, что Биломангал Такур, он был ведом Кришны во Вриндаване. Так много мест, многие преданные получили даршан Кришны. И слушали Кришну. И Кришна говорит, в общем, там какое-то место, где преданные упражняются в прославлении Кришны. И вот два сурдаса был, один во время Кришны, и вот и сейчас Нимбарка Сампрадая, некий Сидда Махатма ходил к Чандра Сарвару, и там Сурьядас, Сурдас. Он еще лет 140. В общем, он жил в этом мире где-то 125 лет назад или около того. И вот 80 лет непрерывно, неважно, дождь, ливень, плохая погода, хорошая, он всегда шел к Гирирадж Гавардхану, чтобы петь там киртан, прославляющий Шинатха.
Вот там Синаджи, вот Синаджи, он там на алтаре, и он сидел с каким-то пианино, что-то там. И вот, в общем, и там был буквально один лес, и сам Кришна приходил к нему. Пуджари там поклоняться Кришне иногда приходил, иногда нет, но сам Кришна приходил к Саудасу, слушал его замечательные киртаны. Он пел от чистого сердца, очень искренне, и однажды Саудас с одной палкой, он же был очень пожилой. И вот однажды он шел, поскольку был уже слеп, упал в колодец и начал звать Кришну, Кришна поймал его. Но тут еще он не успел долететь до дна колодца, как начал звать Кришну, Кришна схватил его. И Саудас сказал: «Кришна, ты спас меня сегодня». И сам схватил Кришну за руку. И Кришна сказал: «Отпусти меня». Тут сказал: «Я не могу отпустить, ты Кришна». «Нет, я не Кришна». Я тут мимо проходил просто. «Нет, я знаю, ты Кришна. Я не могу оставить тебя. Я буду держать тебя». И вот Кришна хотел убежать, а тот не отпускал. И что же делать? И Кришна сказал: «Тот очень хитер, поймал меня». И вот Кришна все-таки вырвался и убежал. И Сурьядас начал плакать. И сказал: «Ты думаешь, я очень слабый старый человек. Ты вырвался и убежал. Это твоя сила. Ты очень силен, а я старый человек. И в таком возрасте ты оставил меня одного и убежал. Но ты думаешь, что ты очень силен. Но если ты сможешь уйти из моего сердца, тогда я пойму, что ты по-настоящему могуществен». Хидай се жаб жаоге, таб савал жану ме тохе. Брджува, it is Брджуваси language. Хат чура ке жат, song I cannot sing, short condition. И вот это слово на Брджуваси. Нибал жан ке мухе. Хидай се жаб жаоге, таб савал жану ме тохе. Брджуваса. This is the condition. То devotion. И вот преданные Бхагаван, они находятся на таком уровне, что невозможно понять. Но мы должны пытаться. Это наш баджан. Иногда Кришна, он может давать нам милость. И вот иногда наш Махапрабху, Кришна, явился, и Махапрабху побежал, чтобы поймать его. Махапрабху увидел его на часть секунды, и Кришна исчез. И вот те стути говорят, что видят твои длинные руки подобным питонам. И все остальное, все в Раджа-гопи, они чувствуют огромное влечение, трансцендентное вожделение. Это не материальное. Мы не должны путать их. Они чувствуют некое трансцендентное вожделение. И чтобы почувствовать разницу между трансцендентной камой и материальной, это займет долгое время. Может, всей жизни не хватит, а может и хватит. Это зависит от милости нашей Гурварги. И вот те Срути Смрити говорят: мы тоже хотим, о Бхагаван, мы хотим обрести ту золотую возможность, как те гопи,
Gopika is going to play with you, Gopika is going, you are going to embrace Gopika, we also expect. That's why we are going to take bath as Shruti Siddhi is also going to take bath in Vrindavan Dham, Braja Dham. They are praying. After that, they were giving chance to take bath in the womb of Gopika's Indra. Otherwise, how we can know? Who are you? Which village? Father's name, husband name, mother name, all identity we need. Follow? That's why Рагабхакти is very, very intricate subject. И вот Рагабхакти это очень такой запутанная тема, но все же могу сказать. Normal, I mean, natural. Что оно естественно, но все же сложно, если мы находимся в таком материальном состоянии. И вот это статус Рагабхакти. И Бхагаван Си Кришна хочет дать нам высочайший дар Удаве. И поэтому мы поняли. Нискинчана, мои анурактто четасаха, шанта, маханто, акхила жива васалаха, камай, рано лабда дхио, джишанти, те, жаннайра пекшам, на виду, шукаха, мама. What speaking? Those were already feeling attachment. И вот что тут говорится, те, кто чувствует влечение ко мне, те, кто чувствует огромное влечение ко мне и Акинчан, те, кто думает, что их единственное прибежище в жизни, те, кто не зависят от каких-то материальных вещей, от богатства, страховок. Мои анурактто четаса шанта маханто акхила жива васала. If you ask me in one word, you speak. Если вы спросите меня определение маханты, one shloka usually speak. В одной шлоке говорится. But still after that, if you like to make more summarize, one word, that is. Вот это тот великий преданный, который чувствует огромное влечение, и кто всегда занят всем, думает о благе всех джив, тот думает, как помочь всем. Он ачарья, ачарья всегда имеет чувство сострадания, он думает о благе других. Ачарья, он Acharya is always crying. How I can say? Всегда думает, как он может спасти нас. И это главный признак ачарьи. That is the symptom. So, Нискинчана, мои анурактта четасаха, шанта, маханта, акхила жива васалаха, камай, раналабда дхия. No smell of kama. Никакого даже запаха вожделения. Не просто вожделения, даже запаха вожделения нет. Stool is not there. The smell of stool is coming, no? Stool is not there, okay. But smell of stool is coming is also bad. Why? You can sit in this place where stool, urine, smell coming. So it's also prohibited. So it is speaking akhilo jiva vasala. Камай раналабда дхио джишанти те жаннайра пекшам на видуху шукам мама. That's why that kind of devotee was no smell of kama, nothing, and he is standing on neutral platform, no particular our society, your society, my Gurudev is more superior to you. This is called foolishness. И вот если кто-то следует не сознанию Бога, а сознанию организации, то это глупо. Они не понимают, что Гуру Татва, Садгуру Татва одна и едина. То есть Сиддханту, который говорит Сила Сиддханта Госвами Махарадж, мы можем идти в учение Шилы
Кешава Госвами Махараджа или Шрила Пури Госвами Махараджа, может, их представления немного отличаются, но суть одна. И вот они чувствуют такое трансцендентное блаженство, как мы можем ожидать, что какие-то посторонние люди могут чувствовать что-то подобное. Тават брамма ката мукти падами тават на тикти бавет, тават чапи бисинкарат мэте на лока веда стити, тават састра видам митаха калакала, нана байс байд батнасу, тават састра видам митаха калакала, нана байд батнасу. Follow. After that, we're speaking. И вот что говорится. Different kind of rules and различные правила, предписания. Or they feel disgusted. I can discuss tomorrow again. На сегодня конец.